Быстро угомонилась, набегалась, напрыгалась, легла отдохнуть. Вы устали, да? Ой, программа насыщенная. Выполнила, всех обгакала, все выкопала, перекопала. Все, отдыхайте. Я сейчас покачаю вас. Отдыхайте, девушка. А еще, знаете, что хотела вам показать? Вчера обрезала виноград. Листья, естественно, пойдут на сушку, на чай. И вот эти толстые зеленые ветки, это зеленый благородный виноград, я, естественно, не смогла выкинуть. И розу обрезала. И вот хризантемка у меня обломилась. Сделала вот этот медовый, у меня же теперь мед есть. Сделала медовую водичку и замочила. Притащила стаканчик, буду черенковать. Вот. И еще у меня есть, у меня же вот эта теплица, которую я на Валберсе заказала. Я ее поставила боком. У меня теперь открылось окно. Ой, красота. Смотрите, сюда еще 150 таких тепличек можно запихать. Прелесть. Я вообще довольна этой тепличкой, мне она нравится. Она разборная, можно разбирать, собирать, но я не хочу этим играться, мне некогда, мне не нужно. Чем она удобна? Тем, что вы закрыли, открыли, там у вас парит, вы брызгаете, все это на квартиру, на окна, это ничего не влияет. Я вот туда ставлю поддон, чтобы сырость вся туда, не на подоконник, а на поддон. И вообще, милое дело, вся грязь там, и все это мне очень нравится. Очень хорошая тепличка, я довольна. Можно открыть, можно закрыть, но сейчас мне нужно закрытое. Вот, и еще у меня по плану, я там размножила клубничку, рассадила. Я хочу сюда еще тоже на зиму эти штучки. Ну, такая шикарная клубника. Ты прям вот как магазин ее кусаешь, она прям кусаешь ее. И она прям вкусненькая. Я не знаю, в чем дело, то ли то, что сейчас осень, она последняя, то ли то, что мало поливается. Мало поливается, она сухая. Она сухая, либо такой сорт. Шикарный сорт. Мне понравился. Так, ну все. Вот тут еще декор хочу показать, сделала. И вообще, смотрите, вот тут у меня вот это вот, ой, я уже не помню, откуда-то с России привозили, там какая-то крепость, и там завод по производству такой ерунды. Ну, я же не могу мимо этого всего пройти, во что. Ой, какой же город, на Волге город, не помню, как называется. Здесь у меня корзинка с подаренным цветком, который еще ни разу не цвел. А здесь я с Грузии рога привезенные, дорогущие. Ну и цветочек сюда я пересадила, который у меня рос вот на этой стенке. Теперь здесь у меня пусто, теперь я хочу цветов. Цветов я люблю очень много. Здесь подаренная роза. Сюда я ее перетащила, потому что в зале темновато. А здесь вот она, ничего так нормально. Она пошла-пошла, я ее даже пришлось мне ее обрезать, обломать ветки, что она очень большая была. Вот, и давайте я вам покажу авокадушка. Так, авокадушка у меня что-то сохнет. Сохнет, жгет ему, наверное, земля слишком жирная для него. Слишком хорошая земля. Болеет. Авокадо. Кинула авокадо, он вырос. Теперь не знаю, что с ним делать. Я ничусь. Ну, сейчас полью. Ты давай не умирай. Привет, друзья! Сегодня мы с Люсей делаем салат из наших ингредиентов, которые все мы выращиваем. Ну, все. Овощи, помидорки, зеленушка. Да, Лиска? Помощница. А салат у нас рукула, перья лучка, щавелек, базилик. И два вида помидорков. Желтенькие и красненькие. И, конечно же, наш любимый кунжутик. Добавила маслица.
растительного и уксус креветочный, рыбный, потому что надо кушать. И знаете что, наверное, я еще добавлю свой любимый кунжут. Ой, нож упал, что бы это значило? Ну вот так, все, сейчас закрою холодильник, а вечером после работы приеду и покушаю. Приятного мне аппетитушки. Так, друзья, давайте посмотрим, что за чудо-юдо у нас выросло. Смотрите, кто знает, что это такое. Ну, мне кажется, это явно несъедобное что-то. Какая-то. Он такой крепучий, крепкий. И там юбочка. Походу, это какой-то ядовитый гриб. Кто знает, напишите, что это за чудо-юдо. Мы тут за ним наблюдаем. Мне очень нравится. Люся его не трогает. И мне нравится, что у меня тут растут грибы. А эти... Манюни вот один высох, вот он лежит. А этот еще вот. Всем бабуля! И вот еще детский сад вырос. Махонькие. А вот так их вообще не видать, видите? Вот такие они великаны. Ну, а этот красавчик пусть растет. Вот здесь вот он возле качельки. Мне так нравится. Главное, чтобы Люся его не ела. Да, Люся? Да? Да. Но она вроде бы не трогает. Она не глупая девочка. Да? Да. Так. А за качелью? А закачали сухо. Здесь почему-то сухо, хотя... А нет, земля влажная. Влажная? О, это кто мне тут ковырял? Люся, ты мне тут не ковыряй. Грибов я не наблюдаю. Но пахнет. Грибами сильно пахнет. Хоть пахнет. Чего хочешь, на качелю? Ток почистила. Сейчас своими лапками. А земля влажная. Видимо, дождик полночью. Мусор растет. А газон уже надо косить. Так, пойдемте посмотрим, что тут у нас с розами. Розы у нас бутончики повыбрасывали. Как встать так, наверное. Вот. Угу. Так, эта роза отдыхает, это цветет. Вовсю и радует меня. Это отцвела уже. Надо будет обрезать бутон. И вот новый бутон выбросила. И там несколько бутонов. Угу. Пусть цветет, радует меня. О, лилейник выкинул новый цвет. Покажись людям. Красавчик. Он какой-то красивый. Ой, какой нежный-нежный аромат вообще. И шиповник надо собрать. Уже и здесь поспел шиповник. Прям поспел-поспел. Надо его собирать. И посмотрим, в каком состоянии хризантемы. О, виноград. Виноград уже потемнел полностью. Уже хорошо снимается. И вкусный. А, так, что я пришла? Я пришла смотреть, хризантема не цветет. Нет, еще не цветет. Но уже набрала... Где? Уже набрала хорошие... Я не знаю, хорошие это или нехорошие. Ну, их много. Они, правда, маленькие. Посмотрим. Я прям жду, когда она зацветет. Мне же интересно, что это такое. И мне кажется, надо собирать зеленый виноград. Ой, конечно, его кто-то жрет. И не я. Я опал уже сколько. Так, а вот сороки, наверное, жрут, бегают. Сейчас я его соберу. Напоминаю, что у меня есть видосы. Люся, что ты жрешь? Люся жрет. Ты будешь виноградинку? Какая вкуснятина. На, так вкусно. Есть плейлист с видосами, как я выхаживала этот виноград, чем я его поливала, что я с ним делала. Найдите этот плейлист и посмотрите, подпишитесь и будете смотреть видео без пропускания. Не пропускаем видосики. Так. Ну и вот, он у меня полностью весь вымер. Этот виноград я еще и обрезала, так хорошо, что он умер у меня. Хотя они болели, дали почку, а я-то постаралась, обрезала, что он погиб. А вот морозы ночью идут, и вот ему холодно. Так, и надо будет бросить шланг, полить все это. Главное, чтобы он задеревенел. Если он задеревенеет, он перезимует, а если нет, то нет. Ну, будем укрывать. Вот лоза, которую я обрезала, я ее закопала. Ну, она засохшая. Я надеюсь... А, нет. Здесь мягенько. А здесь... Да, мягкая лоза. И там я закопала ее. Я надеюсь, оттуда пойдут корни. Через там. Ну, посмотрим. Следующий год посмотрим. Вот еще грибок. Что-то так гифтиво рассказываю. Сама аж не пойму, что я рассказываю. Короче, выкатила я виноград. Он заново вырос у меня. Ай да, я молодец. Даже? Ну, конечно, Люся помогала. Ай да, мы молодцы. Все, прикушайте виноград. Ничего себе, гигантушка. Вот моя рука. И вот этот гриб, за которым я наблюдаю. Ну, теперь-то я вижу, что это бледная поганка, да? Правда же? Люся, ты его не трогай, хорошо? Не трогай, это опасно. Это ядовитые грибы. Это не лось, который любит мухоморы. Ну, все, теперь мне понятно, что это не шампиньон. Хотя, может, это шампиньон. Но они, по-моему, похожи.
но не настолько. А под шляпку заглянуть. Может, все-таки шампиньон? Ну, не трогаем. Так, жду я от вас письма. Никто мне ничего так и не написал. Смотрит молча. Партизаны, смотрите, не пишите и не лайкайте. И не подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Это очень важно для нас. Остались. И, конечно же, пишите. Пишите хорошие слова. А в саду все мерзнет. Видите? Все мерзнет уже. Отмерзает, замерзает. Ночью холодно. И уже скоро осень. Хотя уже еще пока конец лета. Должен быть сентябрь теплый у нас. Но уже холодно. И мы принесли с Люськой белую вот такую вот гальку, мраморную крошку. Сейчас я ее буду распихивать. Знаете, куда я хочу? Вот, гуляли в парке и набрали. Так, а хочу ее тут здесь. Вот так вот вдоль вот этих камушков насыпать.